Не могу проследить логику в программировании Python. Что делать? Как научиться писать код с головы? Здравствуйте, ребята. Не могу писать логику совместно с базой данных и так далее. Такие письма поступают очень часто. Подскажите, каким подходом идти, чтобы достичь цели? Или задумаюсь над прохождением курсов у вас. Этим летом закончил курсы разработчика, получил диплом, но не могу туда устроиться. В этом видео я дам подсказку на конкретный вопрос, поэтому в описании есть видео, которое дополнит. Я не знаю, что мне сделать, чтобы стать программистом. Java, Python понравилось многим людям. Хотите посмотреть? При этом парень в данном случае дал ответ, почему у него не получается. Я часто пишу программы, опираясь на интернет, и использую GPT. То есть в данном случае хвост виляет собакой. Такая поговорка подошла бы. В данном случае у парня отсутствует простая вещь. Первое. Свободное чтение кода, свободное чтение документации. Он это отдает на откуп GPT-чату и домыслам других людей. Давайте быстренько на примере возьмем срезик небольшой. Есть документация, человек собирается Django изучать. GetObjector 404, функция, которая самая часто используется. Есть ее исходный код. В данном случае отсутствует следующий элемент. Свободное чтение кода нам дает возможность понять, что происходит. Но оно нам нужно совсем для другого. Для того, чтобы принять решение написания собственного кода. Оно берется с этой строки. Подход документации к исходному коду один и тот же. В документации мы смотрим на что? Вопрос зрителям, да? Здесь должно соответствовать тому же. То есть, получается, когда есть свободное чтение кода, мы можем спокойно принять решение. Этот момент здесь полностью выпадает. Парень этот момент отдает GPT-чату и интернет. Так как я могу рассказывать сутки, скажу коротко. Перед тем, как, чтобы все это произошло, сначала надо поставить вопросы. Как правильно изучать функцию? Что изучать функции? Из чего начинать чтение файла? Вот пример данного задания другому парню, и здесь четко видно, что отсутствует приоритетность. То есть теперь понятно, что делать в данном случае. Но в языке все интереснее. Мы рассмотрели кусочек с функциями, но если взять четыре основных конструкции, то все они работают по одним законам. Надо просто с этим разобраться. Как разобраться? Ссылка на будет на эту статью. Вот как в этой статье описано. То есть, тут тоже срез, но немножко другого объекта, например. То есть, брать объект и работать до того момента, пока он не будет прочитан в коде, не будет прочитан в документации и не будет ясность в 3-4 языках. Это все будет одинаково. Я посчитал за последние 10 лет, для того, чтобы разобрать всю систему, надо примерно задать 400 вопросов, написать 7000 строк кода. Кому интересно, кто хочет поставить правильные задачи, выберите индивидуальный план и разберемся. Спасибо, у меня все.